And we are live with Dr. Viktor Galenko, and we're talking about Model G. Я могу уже начинать. Итак, я хочу сказать, что очень многие модели, касается этот вопрос соционики или вообще психологии, или даже социологии и других наук, где изучают поведение человека, осознанное поведение человека, там очень часто используются структурно-функциональные модели. И минимальный формат, который очень распространен в науках о человеке, это формат, где есть четыре блока, которые обязательно присутствуют, если речь идет о том, что моделируется поведение. Victor is saying that most science is studying the behavior of men, use models, and the minimalistic format they use is usually the full block model. Я прислал вот в материале, который Бен тоже читал, вот такие четыре примера. Я их просто напомню. Вот известный ученый американского происхождения, социолог Джордж Мид, выделил, например, четыре фазы в поведении человека и назвал это поведенческим актом. Начиная от импульса, затем перцепция, затем манипуляция, то есть выполнение своего плана, и затем консумпция, то есть наслаждение результатами, оценка его. So anyway, American scientist George Mead was subdividing a behavior act into the following steps: impulse. Что-то было первое. Значит, еще раз повторю, эти четыре фазы, которые выделил в поведенческом акте Джордж Мид. Первое это импульс, второе это перцепция. То есть восприятие этого импульса, затем манипуляция, это реакция на него, и затем консумпция называется. Yeah. То есть использование. Yeah, perception, manipulation and consummation, which means utilizing the result. Хочу привести еще второй пример. Вот это ученый российского происхождения Петр Кузьмич Анохин, очень известный в бывшем СССР, известный очень специалист по физиологии, который поведенческий акт на уровне физиологии исследовал. Там тоже четыре фазы он выделил. Вот, в принципе, я мог бы, вот, может быть, так. Вот если посмотрим на эту картинку, да, которую сейчас мы видим на экране, да, вот по Петру Анохину, вот видите, тоже четыре фазы. Первая фаза называется афферентный синтез. Я подробно, конечно, не буду останавливаться, но афферентный синтез означает, что сбор информации. Вот, и потом ее синтезировать. Action and afferent synthesis is a collection of information. Называется акцептор результата действия. Это его термин. Акцептор результата действия. То есть фактически постановка цели. So that's the goal definition. Second step is goal definition. Then the action itself and its evaluation. Третий этап – это само действие. После того, как цель поставлена, выполнение идет действие. Это третий этап. И третий пример – это модель из NLP, да? Третий пример, да. Переходим к третьему примеру. Хорошо. Это NLP-модель, которая вот здесь представлена. Вот тут расшифровка есть. Тест, operation, тест и exit. Здесь тоже четыре этапа поведения любой, значит, системы, которая осознает себя. То есть целеустремленная такой осознающая себя система. Здесь тоже мы видим эти же четыре блока. Мы видим верхний блок, который, значит, есть постановка цели, нижний – это сама операция, ну, естественно, слева и справа – это вход и выход. So the...
finally, the example from NLP, which also has a test, which is like goal setting and then operations, input and output. Also, kind of the same format. Идем дальше. Итак, переходим, собственно, к соционике. Соционические модели, вот еще начиная от Юнга, тоже как минимум четверичны. Как минимум четверичны. Потому что дихотомия – это всего лишь как бы материал для построения модели. Это еще не сама модель. Поэтому минимальная модель – это пересечение двух дихотомий, получается четыре объекта. Точно так же… The minimal format is achieved by the crossing of two dichotomies. So it's minimal format is also consisting of four blocks in socionics and elsewhere. Тут я еще хочу добавить, что именно от Юнга идет эта четверичность. Он впервые этот четверичный формат, как минимальный для сложных систем, но он настаивал вот, приоритет четверичности перед троичностью. The quaternary format comes from Jung, who was defending it against the tertiary. So in human psyche models, that's the tradition coming from you. Я имею в виду, что в психологии вот современной и прошлой очень много троичных моделей. Например, в трансактном анализе, вот там три эго-состояния. Всегда можно дополнить до четвертого. As opposed to many tertiary models used in other psychology theories, like transaction analysis, and so on. Там родители, ребенок и взрослый, три только. Yeah, I think they know what transactional analysis is. Так вот, соционики минимум четыре. Вот давайте эту минимальную модель четверичную сначала назовем, что это за у нас за основные блоки, или, вернее, позиции. Позиции, которые могут заниматься одной из восьми функций. So, let's take a look at the positions of the model. Итак, позиция первая. Это позиция, которая является управляющей. Она является капитаном команды. Все остальные функции ей подчинены, получается. So the first function is the leader of the team. Every other function is subordinate. И вот получается лидерская роль этой функции в том, что она ставит цель и принимает решения. The leading function sets the goals and makes decisions. Совершенно верно. И вот я возвращаюсь к вопросу, который мне незадолго до начала нашей встречи прислал Blessing Sangha. Он спросил, вернее, поставил вопрос так. Вот у меня как бы первая моя функция вот, не является как бы, капитаном моей команды. Она у меня как бы слабее. Вот у меня интуиция возможностей, хотя я интроверт, но интуиция возможностей является самой сильной функцией. Как это может быть? So, I will attend to the question which I got from Alf, and the question was, how come my leader function is not the actual leader, and the other, opportunity intuition seems to be stronger than my leading function? How can that be? Я отвечаю следующим образом. Вот, мы рассматриваем как бы теоретическую модель чистого типа, подчеркиваю, не реального человека, а чистого типа. We are considering the model of the ideal type rather than a real human being. Получается, да, получается, что в теории как бы лидер
функции. Первая функция как лидер всех функций, она самая сильная. В реальной жизни капитан команды может оказаться и слабее другого участника. In real life, the team leader may be weaker than other players. Это во-первых. И второй ответ. Второй ответ. Значит, речь идет о самооценке, да? То есть изнутри человеку кажется, что вот эта вот функция у меня сильнее, чем первая. Но переведите. Second, sometimes it's about self-evaluation. Sometimes a person just sees it this way, and it may be not necessarily so. Если мы проведем оценку внешних людей, которые видят человека в разных ситуациях, вот они могут не согласиться с его мнением о себе. И на чью сторону мы тогда станем? If we get the expert's opinion from the outside, it may differ from self-evaluation. Получается, что внешняя оценка со стороны социума в соционике считается приоритетной или более адекватной, чем внутренняя самооценка, которая может сильно отклоняться от нормы. In socionics, evaluation from the outside is often considered superior. It's generally in socionics, the type is seen from the outside and specifically from the point of view of the society. А вот в случае, если эти оценки совпадают, то есть внутри человек чувствует себя, допустим, интуит возможности, и снаружи это подтверждают, то это просто означает, что данная функция акцентуирована, и она может формировать подтип, который не соответствует первой функции типа. Может формировать что? Подтип. Mm-hmm. То есть yeah. Может быть у человека некая функция акцентуирована. Например, у типа критик, да, может быть акцентуирована интуиция возможностей. Получается креативный вариант типа, и он ведет себя весьма активно. Вот поэтому получается тип нечистый. So if evaluation from the outside and from the inside looks the same, it often means that the leading function is accentuated. But any function, in fact, can be stronger than the rest. And in the case when ILI has strong intuition of opportunity, they behave more actively and their preferences change. So. Ну и чтобы закончить как бы ответ на этот вопрос, я считаю, что в дальнейшем нужно обязательно нам рассмотреть, какие основные есть варианты типа, потому что только один из вариантов, он соответствует чистому типу, а три уже не соответствуют, то есть большая часть не соответствует стандартной модели, получается. Later we'll have to focus on different versions of type, because only if we are talking about the regular normal version of a type, it's just one of the four versions that we can talk about. We have pretty good descriptions of. All four subtypes of every type, so we will be sure to talk about it later on. Not right now, but... Предложение рассмотреть этот вопрос на примере интуитивных интровертов, таких как критик и лирик. And Victor says that we will talk about it using the example of ILI and IEI. These two types, which we have good examples. Ну, а сейчас перейдем ко второй функции, вернее, ко второй позиции в модели, которая может занимать разные функции.
Так, вторая позиция – это инструмент, при помощи которого выполняется решение, которое принято первой функцией. The second position in the model is the function that executes the decisions made by the first function. Mm-hmm. Да, вот если взять на этом NLP модель, вот это нижний блок apply, это оно и есть. Это соответствует данной позиции выполнение решения, когда нет никакого еще опыта. Вот это operations, это и есть этот блок, соответствует... Yeah, it's like the operations block in this model. А верхний блок соответствует первой позиции, нижний – второй. So it's вот like the upper block is the first function, and the block down there is the second. Третья позиция – это вывод результата, это выход из модели. The third position is output. И четвертая позиция – это ввод новых данных. The fourth position is data collection, the input. И таким образом здесь круг замкнулся, мы получаем обратную связь. So we have feedback, we have a complete loop. Хочу еще сказать, что энергия каждой функции, вот, вернее, каждой позиции функциональной, она убывает от первого номера к четвертому. The energy supply of each position is... subsequently going down. Вот, например, первая позиция – это энергомаксимальная позиция. Это означает, что у нее настолько много энергии, что она может быть, как бы, постоянно работать. Вот, она... First function is, has so much energy that it can be working all the time. И она как формирует коммуникативное поле вокруг человека. Попадая в это поле, вы сразу чувствуете ее силу. It actually, this function creates the communicative space around the person, and when you get near the person, you feel it right away. Допустим, у вас первая функция – силовая сенсорика. Подходя к такому человеку, вы начинаете чувствовать, что на вас осуществляется какое-то давление невольно. Экстравертная сенсорика, силовая сенсорика. You start feeling some sort of pressure that you undergo. Вот. Или еще пример, если вы подходите к человеку с сильными эмоциями, его первая функция – экстравертная этика, то вы обязательно на своем состоянии чувствуете его настроение. And if you are dealing with a person whose leading function is FE, the extroverted ethics, you feel how their emotions influence your mood. Это был пример. А теперь берем картинку, там где есть два способа изобразить на бумаге эту четверичную систему. Можно двумя способами. Либо вот таким квадратом, где 1, 2 и 3, 4 находятся друг под... So, he's referring to another picture, which has like the blue one. There are two ways to present it. One is like a square, and second is like four consecutive blocks. Да. И второй вариант – это в линию. Yeah, so one presentation way is linear, and one is like a square. Значит, я предпочитаю для модели G линейное расположение. This
is saying that he prefers the linear format for his model G, as you can see from the way. Потому что получается, что вот такое линейное расположение, оно удобно для представления, как будто это ось времени, которая рисуется, как правило, горизонтально. Слева находится то, что было раньше, а справа то, что будет в будущем. Yeah. He's saying that he likes the linear format because it allows to sort of add temporal dimension to the picture. It's like we start on the left and end up on the right. And then we go back. И хочу сделать такое вот оговорку, да, вот номер один, если мы нумеруем, да, эту позицию, это означает, что функция самая энергетически сильная, но это не означает, что она первая хронологически, по времени она не является первой, потому что она нечувствительная, она поддерживает как бы существующий уровень активности. In fact, chronologically, the first function is not the first because it's not the most sensitive. Хронологически первой является четвертая функция. Yeah, chronologically, the first operation is input from the fourth one. Именно потому, что она очень чувствительная. Because the function number four is very sensitive and it's и ее поэтому нельзя игнорировать. Нельзя игнорировать. Если на нее нажали, то она откликнется. Она как вход. С нее все начинается. It's sensitive. It will always respond. Unlike the first one, it will always respond if it's affected by something. It's the easiest way to give information. Итак, это динамика во времени мы рассмотрели сейчас. Позиции расставлены как бы слева направо, это из прошлого в будущее, как одна функция включает другую. Но есть еще второе измерение, пространство или дистанция. We mentioned the temporal dimension, but there is also a spatial one. Получается, как минимум, мы должны различать две дистанции, ближнюю и дальнюю. We need to at least consider two distances, far and near. Дело в том, что поведение человека очень сильно зависит от того, находится ли он на своей привычной территории, или он находится на той территории, где он чувствует себя под наблюдением других людей. Human behavior changes a great deal depending on whether he is in his familiar territory or he is out there and all eyes on him. Нередко бывает такое, что коллеги по работе характеризуют человека как, допустим, положительного, а дома вдруг оказывается, что этот человек домашний тиран. So the person who is adored by his coworkers may be a family tyrant. Это означает, что поведение человека резко меняется, как только он переступает вот этот вот порог, отделяющий близкую дистанцию от далекой, и наоборот. The reason for it is that human behavior changes dramatically when he crosses the line between the outside world and his what he thinks he is his territory. И так получается, что такую же четверичную модель, такие же четыре этапа мы должны разместить и на ближней дистанции. И тогда мы получаем все восемь функций. So it means that we have to also have four stages for the closer
range for the familiar territory. Теперь выясним, вот, что расположит сверху, что снизу, что является ведущим, что является ведомым. С точки зрения социона, конечно же, ведущим будет та четверка функций, которая направлена наружу, а не на свою территорию. Now that we have eight blocks, we need to figure out which one to place above and which below. And we decide to put the outside ones on top because the society is more important than the individual from the point of view of survival. Итак, получается, что мы имеем две группировки функций по четыре. Та, которая направлена наружу, называется экстернальной, а которая на свою территорию – интернальной. We have two groups of four. The one that is facing the outside world is called externalities, and the one which is reserved for own territory is internality. Может быть, есть какие-то вопросы по этим блокам? Если Are there нет, any questions regarding если... these blocks? Потому что если вопросов не будет, то тогда уже к связям между этими блоками перейдем. If there are no questions, I will proceed. Could it's always good to could he give examples of different just to give examples to help people with the theory? To help make it more concrete for them. Example of what? How specific functions might, or in certain types, how it might be used at near and far. Примеры. Да. Ну, дальше примеры посредника я дал для всех функций. Вот просто будет уместнее, когда уже, так сказать, мы разберем вторую часть, именно связи между этими блоками, а потом рассмотрим это на примере того же посредника. Вы имеете в виду, что примеры внешнего и внутреннего вы дадите на примере, когда мы будем разбирать? Ну да, как работают эти функции, как работает модель на примере типа посредник. Я это дополнение вам высылал. Вот потому что здесь привести внешнего и внутреннего можно просто на примере экстраверта и интроверта. Давайте, может, так. Экстраверт и интроверт. Вот возьмем интроверта. Давай, возьмем интроверта, у которого, допустим, сильная функция интровертная сенсорика. Представьте себе. Let's consider an introvert whose leading function is SI. Значит, и вот такие люди на социуме. Вот, они скромные и исполнительные и нескандальные люди. In the social, in their social life at work and elsewhere, they are typically very modest and humble. They don't give anybody trouble, and they are easygoing. А вот на своей территории. Если вы спросите их родных и близких, вдруг оказывается, что они очень раздражительные и часто конфликтные, ведут себя экстравертно. If they, if you ask their relatives, though, somebody who sees their behavior on their own territory, they will tell you these people are troublemakers, they are grumpy and they bitch. And... Give everybody hard time. Давайте возьмем еще какой-нибудь тип. Вот взять тот же тип аналитик. Логика also, интроверт. Considering LII type. Значит, смотрите, если по типу у него стандартный, значит, он ведет себя на людях, на социуме очень сдержанно, дистанционно, хладнокровно. The standard subtype of LII behaves very, it's very cool and reserved in public. Но дома
обстановке, где он расслаблен, он ведет себя гораздо более активно, а главное, он становится довольно, не довольно, а сильно эмоциональным человеком. But at home they relax and behave quite emotionally. Я могу предположить такое, например, о нашем Бене. Но Бен, и так у него видно, что этика эмоций, у него усиленная функция. Но это должно у него проявляться тем более. То есть привычные для него обстановки, где он чувствует себя как дома, он ведет себя очень эмоционально, и тем более он экстравертно, но он интроверт. Yeah, like Ben is an introvert, but Victor can predict that in his familiar circumstances, like at home, he will be quite emotional. Although his FE seems to be rather developed anyway. Ну вот такие примеры. Какие еще вопросы? Yes. Okay, any more questions? Ну, если нет, тогда давайте связи между позициями модели разберем. Okay, now we're talking about the relation between the model blocks. Естественно, нужно выделить не менее двух связей. Одни активно включающие, другие останавливающие, тормозящие. Ну, так и нервная система построена на возбуждении и торможении. Since nervous system is based on the processes of acceleration and inhibition, we need to include the two kinds of relation, the accelerating and inhibiting. То есть мы имеем всегда два рычага управления, не бывает одного, минимум два. Один это подгонять, заставлять, активизировать, а второй наоборот, сдерживать, останавливать и так далее. So there must be two two ways of management. It's like the car pedal. Gas and brake. Получается, что это работает и между функциями. Они либо друг друга включают, либо, если они рядом, конечно, находятся и взаимодействуют, либо наоборот, они тормозят. Hence, the functions, if they interact at all, they can interact in two ways. They can activate one another and or they can inhibit one another. Теперь перейдем к соционическим отношениям. Из всех отношений в соционике есть только два отношения, которые соответствуют вот этим определениям одностороннего асимметричного управления. Только два. Let's take the example of intertype relation in socionics. There are only two relations which conform to that rule. It's the supervision and и соцзаказ. Соцзаказ. Это соцзаказ. Ну, можно просто сказать заказ, чтобы без соц было. Заказы, ревизия. Да. Если кратко сказать, заказ это односторонняя активация, а ревизия это одностороннее торможение. We can call benefit one-way activation and we can call supervision one-way inhibition. И вот смотрите, если взять модель, да, то относительно горизонтальной оси, это ось времени у нас, получается, что функции запускают друг друга. То есть это функция включения, активация. Поэтому здесь должен стоять заказ. Yeah, along the horizontal axis we see that functions activate one another. So it's like a benefit relation. Заказ это как бы, ну, даже если на социальном уровне взять, это как бы порождение.
это смена поколений, причем предыдущее поколение порождает следующее поколение. Its benefit is sort of the like generations go in the society, like one after another. Да, то есть получается вот эти четыре этапа, это начиная от зарождения до развития, вот, и потом замирания. Это как бы фазы времени. И здесь работает заказ, здесь энергетическая цепочка. So they are like four temporal phases and also the energy transfers involved. А где же цепочка та, которая дает энергию снизу, то есть та цепочка, которая позволяет самому питаться? Oh, can I ask a question? Вопрос? Okay. Okay. Aren't benefit relations a hybrid of activity and quasi-identity? Come again? Aren't benefit relations a hybrid of quasi-identity and activity relations? Маша, насколько я понял, тут надо сравнить заказ с активацией. Правильно я понял? Okay. Yeah. Значит, разница только в том, что активация – это друг друга включают, да, активируют друг друга. А здесь у нас стрелка, то есть тот, на кого направлена стрелка, на того идет активация. Обратно – нет. Это односторонняя активация, асимметричное отношение. So in this case, it's asymmetrical, unlike activity relation. А вот отношение между экстернальными функциями и интернальными. Здесь уже ревизия, сдерживающие отношения. Верхние функции сдерживают нижние функции. So the relation between the top row of blocks and the bottom row is very much like supervision relation. They the top inhibits the bottom. Это напоминает вот эту метафору всадник и лошадь. Всадник – это управляющая инстанция, это экстернальная функция. А лошадь – это интернальная функция. Они как бы находятся под управлением наездника. Да, it's very much like the rider on top of a horse. Keeps the horse from doing what it likes, it and kind of. Но иногда бывает, что лошадь не слушает всадника и пытается ехать куда она сама хочет. Sometimes the horse doesn't want to obey the rider and just goes wherever she. Это означает, что некоторые функции, как и в жизни бывает, хотят выйти из-под ревизии и как бы устраивают бунт, пытаются прорваться на верхний уровень. It so happens that some functions try to interfere with the supervision and get on top themselves. Давайте рассмотрим это на примере типов аналитик, логика интуитивный интроверт, и критик, интуитивно-логический интроверт. Yeah, I'll give two examples of LII and ILI types. Сначала возьмем аналитика. У него структурная логика держит под ревизией, то есть вытесняет вниз, интуицию возможностей. So with LII,
his TI supervises his NE. Но если вот эта интуиция возможность у него усилена, она может вырваться из-под контроля логики и начать проявляться заметно на внешний мир. But if his NE is very strong, it can start showing in on the outside in a more prominent way. И тогда аналитик может повести себя по интуиции возможностей, нестандартно выдвинуть какую-то необычную идею, ну, и сбросить оковы традиционной логики. Then LII can start generating some original ideas, but also get away from traditional logic. Именно такое поведение называется демонстративная функция. Она бросается в глаза. So that's one of the reasons this function is called demonstrative, because it's is very visible. У критика тоже бывает, что его деловая логика вырывается из-под контроля интуиции времени, которая говорит: будь осторожен. Sometimes the ILI also starts acting differently. His business logic gets out of the supervision of his intuition of time, which tells him to wait until the best moment to be safe. То есть временами у критика деловая логика пробивает осторожную интуицию времени, и начинается короткая, но бурная деловая активность. And that's the moment of very visible and very bustling business activity. Вот это тоже действие демонстративной функции. And it's also action of the demonstrative function, because it's you will not miss seeing. Ну, может быть, есть вопросы по этим отношениям, заказам. Any questions? Yeah, I'm here. I just wondered if I have sheets for EII and SEI. I just wondered if we could concentrate on one profile, then that would be for the audience. They could have something to compare mentally. Like if we concentrate on one on the SEI profile maybe, and then like examine which parts of the profile and how the structure relates to the profile maybe. What do you think of that? Which part? What? Come again? Oh, well, I have the sheets, because I have this sheet. You mean that you want to focus on the type you have sheets for, so we can focus on one type? Yes, I think that would be easier for the audience, because Виктор, Дэн говорит, что для аудитории может быть легче, если мы сосредоточимся на типе на типах, для которых у него есть слайды. Угу. Какие же это типы? Посредник? Посредник и гуманист, если я не ошибаюсь. Посредник и гуманист. Ну, у гуманиста это так же, как и у аналитика. У него демонстративная интуиция возможностей. То есть он начинает вести себя... Вы будете сейчас говорить о гуманисте, да, я ему скажу, чтобы он слайд поставил. Ну, давайте тогда... Ну, ладно, сейчас какой тут стоит у нас слайд? Смотрим. Посредник. Это посредник, да, у посредника это эмоции.
то есть посредник в общении человек с мягкими эмоциями, но при сближении он может проявить бурную эмоциональность. Okay, so if we use the example of SEI, we know that it's a person who whose emotions are very subtle if you deal with him socially at social distance. But if you get close to such person, you can get a more violent display of emotion. То есть нужно, в данном случае мы же рассматриваем здесь пример Лоры Моррис, да, на далекой дистанции. То есть здесь видно именно этика отношений. То есть по жестам выражения лица видно, что он смущается, внутренне переживает и эмоции подавлены. Но вот если бы она была не на людях, а в близком кругу, то она вела бы себя намного увереннее, эмоции были бы намного сильнее и активнее. So these slides show actually the behavior of SII at the far distance. There is a lot of FI, like reservation, some like stifled emotions and feeling uneasy. But if you interact with SII at familiar distance, their emotions are a lot more prominent and bold. There is also, I can add that they show a lot of SE at the closer distance. И вот на близком расстоянии тип посредник может проявить много негативных эмоций. At closer range, the SEI give you a lot of negative FE. Ну вот такой пример. Okay, that was the example of SEI. Теперь, может быть, приведу из разных аргументов, которые у меня есть в пользу модели G, да, исследования, остановлюсь, вернее, на исследованиях известного в соционике специалиста по тестированию Виктора Таланова из Петербурга. Yeah, he wants to mention the works of a prominent socionist Виктор Таланов. У Таланова есть тесты, которые определяют не только тип, но также и отдельные функции. Виктор Таланов has is specializing in testing, and some of his tests determine not only the type, but also functional profile, which functions are more developed. И вот его обширная статистика говорит о том, что у экстравертов и вторая функция по их же самооценке, вторая в смысле по силе функция, тоже экстравертная. So his statistics tell us that extroverts feel like their second most strongest function is also extroverted for extroverts. And also introverts. Ну вот такое доказательство модели G через независимую совершенно от нашей школы статистику. So it's independent proof of the model G arrangement. То есть возвращаемся еще к этому сложному вопросу. Вторая функция, какую вертность имеет? На примере предпринимателя, логика интуитивного экстраверта. An example of what we should consider the second function, we can consider the entrepreneur type.
Лука – интуитивный экстраверт, который, значит, у нас имеет социальную миссию быть предприимчивым. So, enterprising is basically the mission of that type. Вот смотрите, если взять даже вот интегральный тип Соединенных Штатов, да, все соционики признают, что он предпринимательский, что он логико-интуитивно-экстравертный. All socialists agree that the integral type of the United States of America is LIE. То есть Соединенные Штаты – это образец предпринимательства для всего мира. So that's an example of enterprise. Ну вот теперь скажите, для деловой логики вот рискованное поведение нормальное, если оно сочетается, риск вместе с выгодой, с пользой вместе сочетается? So the first leading function is business logic, but what would be the second the assisting function? Is that the intuition of opportunities, the open, like up in the air feeling that kind of gives you a lot of opportunities but also a lot of risk? Or is it the intuition of time which kind of causes you to wait for the best moment? Да, вот и получается, что первая функция ставит цель, это деловая логика ставит цель, прибыль. А вторая функция выполняет, это значит идти на риск, но никак не ждать удобного момента. Yeah, first function set the goal, and the second function, as we define it, it's the function that implements. Ждать удобного момента, рассчитывать наперед. Так ведет себя не предприниматель, а критик. Yeah. So what would be the implementing function for the logical introvert, extrovert? It's apparent that he will take risks and kind of embrace the opportunities rather than sitting and waiting for the good moment to do things like ILI would be. Осторожное, постепенное проникновение – это тип бизнеса, который характерен для Китая, но никак не для Америки. The second model is typical for, more typical for China rather than the United States. So. Вот пример, почему именно функции первая и вторая имеют одинаковую вертность. А теперь я хотел бы, чтобы мы прошли по всем позициям, как они называются и что они делают, на примере типа посредник. So now that we decided that the second and first and second function should be the same as far as extroversion and introversion, we can take a look at all the functions and consider the example of the SEI type. Вот. Но для этого нужно еще нам третье отношение привлечь, а именно дуальность. We also will mention the relation of duality along with benefit and supervision. Дуальность – это такие противоположности, которые чередуются друг с другом. Dual qualities, they are like opposite, but they also alternate naturally. И я хочу, чтобы мы рассмотрели пример модели через дуальные пары функций, как они управляют друг другом. So we will go over the function group by complementary pairs. О первой позиции я уже много говорил.
это управляющая позиция, самая энергичная, активная позиция в модели. So the first position, the first function is management. Can I ask a question? There is a вопрос. Да, можно, конечно же. Okay, it's related to the entrepreneur. How does he demonstrate the intuition of time when he's creative as a is seeking opportunities as a businessman? Сейчас я понял, Маша, как я понял, смотрите. Значит, Бен, наверное, спрашивает, как демонстративная функция проявляется у предпринимателя. Видимо, это он хотел спросить. I always think that gambling would be a good example. If we're talking about, yes, I talked to David Kersey Jr. about, when Maria's back, about, I've got to get the right slide for this. I talked about, as you said, Stephen, the gambling with the ILI, and then I asked him about, you there? I asked David Kersey Jr. about how the ILI can be like a venture capitalist, and they have this vision into the future. Sounds rather mystical. Хочу ответить на вопрос, как проявляется вот интуиция времени как демонстративная функция у предпринимателя. Значит, у них часто они воспринимаются как идеалисты, которые какую-то далекую романтическую цель преследуют, которая ничего не имеет общего с тем, что они реально делают. Что вы имеете в виду, что не имеет ничего общего с чем? Смотрите, предприниматель, да, логика интуитивных экстраверт. Как у него проявляется демонстративная интуиция времени? Интуиция времени – это же мечта, стратегия, далекие планы. Так вот, получается, что иногда предприниматель впадает в романтизм, скажем так, ищет какую-то далекую мечту. Но разочаровавшись, он сразу от нее отходит и возвращается к своей обычной деятельности. So Victor is saying that LIE type is a closet romantic, which usually has some sort of dream, but he may easily get disappointed and give it up. Дело в том, что вот эта демонстративная интуиция времени со знаком плюсом у предпринимателя, она как у лирика. То есть он периодически его куда-то несет далеко, может быть, даже на другой конец земли. То есть он может все бросить и куда-то отправиться за какой-то романтической мечтой. Вот. Но потом он возвращается и продолжает свой бизнес. Typically, LIE can drop all the beneficial activities and go somewhere to follow his dream, but he usually comes back and resumes his activities. Right. And that is actually very... That side is very prominent in harmonizing LIE. They sometimes never stop going places and chasing dreams. Ну да, вот да, гармонизирующий по типу предпринимателя – это такой очень ветреный человек. Он все время куда-то за каким-то туманом, за какой-то мечтой его несет, за приключениями. The harmonizing LIE can be sometimes very. He may be really not about money, not about business. He's chasing dreams and is
known to be very romantic. Но все равно он предприимчивый, то есть идея предприимчивости этого типа остается. But his activity will always be some sort of enterprising, although it may be very far from classical enterprising. It can be like frontier. Pioneering. Yeah, who go like climb mountains and such. Hmm. Возвращаемся к нашим дуальным позициям. Вот управляющая функция, которая управляет, значит, на примере посредника, чем управляет посредник? Сенсорика комфорта и здоровья. Управляет комфортом и здоровьем. So going back to the SEI, his governing function is SI, and he will feel very much in charge of everybody else's well-being, and also adding something which is more MBTI. I would say that it also remembers everything for everyone. Uh-huh. They also remember everything for everyone. Вот they will remind everybody about like birthdays or anniversaries or appointments and so on. То есть получается такой, это самый такой домашний, можно сказать, тип из всех посредник. Вокруг него вот это коммуникативное поле создается комфорта. Рядом находиться с ним, людям хочется расслабиться. So, going back to the comfort part, around the SEI, everybody seems to relax, feel more comfortable. А теперь возьмем дуальную позицию, которая, ну, находится в связи с первой, с управляющей позицией. Она называется у нас манипулятивная. В нашей модели, в модели G, она шестая. Ею управляют. Because it is manipulated from the Именно даже манипулируют. То есть можно злоупотреблять этим, если нащупать вот эту точку и нажимать на нее, то можно как бы человека вынудить делать то, что он даже не хочет. So it's easy to abuse. It's easy to like using that function. It's easy to make a person do something that he wouldn't do in the first place. Mm. So thus it's a hidden agenda. Pardon me? I said thus it is sometimes called a hidden agenda. What for suggestive function? Yeah. Данная модель Ана называется суггестивной. Yeah. So in model A it's called suggestive function. Mm-hmm. Если взять посредника, то это интуиция возможностей. Yeah, with SEI, the suggestive or manipulative function is the intuition of opportunity. Как можно как бы вынудить посредника, например, покинуть свою зону комфорта, вот, помимо его воли? Оно нужно увлечь его чем-то необычным, каким-то новинкой, каким-то изобретением, какой-то необычной идеей. То есть посредник управляется через интуицию возможности. Yeah. To make SEI leave their comfort zone, you need to mention something new and exciting, which gives new opportunity. Переходим ко второй позиции, которая, значит, реализующая, но она же и творческая. Творческая, значит, она что-то новое творит, создает совершенно новое. So the second position is creative function, which is known to create something entirely new.
Так вот, если посредник, у него творческая функция этика отношений. Он хорошо умеет создать с нуля, сотворить с нуля, создать совершенно новые отношения. So, with SAI creative function being FI, the ethics of relationships, they create new relations from ground level. They bring people together which can, which are good for one another. Получается, вот если взять две функции, объединить, просто для иллюстрации, вот комфорт и отношения, получаем мы миссию типа посредник. Его миссия — это создать комфортное отношение в обществе. Комфортное отношение. S и R. Сенсорика комфорта, этика отношений. Так образуется блок социальной миссии. Yeah, the mission of the type is creating the comfortable relationships in the society. Подчеркиваю, не эмоции создавать, это не задача посредника, а именно создавать, творить отношения между людьми в зоне комфорта. So, they don't create emotions, they create new relationships. So, hence the name creative goes to the function which handles the relationships. Отношения отличаются от эмоций, ну, глубиной. Эмоции — это просто как контакты между людьми, а отношения — это уже глубокие связи. The difference between emotions and relationships is mostly in the depth. Relationships are like the deep and concentrated emotions. Ну, перейдем теперь к функции, которая дуальная, да? Вот, то есть те функции, которые будут тесно взаимосвязаны. Итак, это седьмая будет. Функция, занимающая седьмую позицию, она дуальна второй. Эта функция будет отличаться дуальной противоположностью. То есть она хочет, чтобы ей это сотворили. Ее надо сотворить. Это деловая логика для посредника. Это означает, что сам посредник это не может сотворить, ему это трудно, он устает очень сильно. Получается, надо, чтобы ему кто-то создал комфортные условия для деловой активности. So, now we go to dual function, which is business logic. And SEI need to have all their processes, which use business logic, to be sort of custom-made for them. They don't want to create anything in that respect. Она называется в модели тормозная, поскольку если человек ею займется, то очень быстро истощится и остановится. We call it break. It's also called break function because it the person who uses it is easily exhausted. Вот если взять схему там, где картинки вставлены вместо функции на позиции, там изображен истощенный человек, который сошел с дистанции. Вот это тот образ, который дает эту тормозную функцию. Вот чем больше занимаешься, тем тяжелее тебе этим заниматься. И происходит истощение, и человек теряет и здоровье, и настроение, и быстро сходит с дистанции. I'll be back in a second, please. Sorry. Okay. Right. I was going to mean in different ending the share screen and going to a different file. So eventually I've put the end of the PDF here. And so I can sort of switch. Но это два последних. Слайда, два последних слайда. Alright, so I've got... Нет, даже тут есть... Вот видно, например.
Вот. Там я человек, который, ну, бегун, который сошел с дистанции. Это какая-то функция, которая тормозит сама себя. Yep. For the benefit of our audience that speaks Russian, they'll get something out of that. Yes, in the future. Yes, not too that's right. We'll watch this video in 5 years. Yeah. Right. Это говорит о том, вот, и надо Лори Мори сказать, что деловая логика, ей нельзя перетруждаться, потому что она может идти с дистанции. Yeah, I thought this was funny when Victor wrote micro facial expressions. Ben. Oh, sorry, I'm back. Yep. Or anybody. Okay. Has anyone else taken slides of themselves to observe their body language? Have you done it, Ben? No, because if you do it of yourself, then it's like self-conscious. Относительно языка тела. Body language. Это в другой раз поговорим. Сегодня давайте с моделью закончим. Это по темпераментам хорошо работает body language. Okay, body language is a very exciting topic and it has a lot to do with temperament, but we'll attend it next time. Берем третью позицию. Вот, okay. И разберем. Почему эта позиция ролевая или почему это позиция тренируемая? Okay, the third position is called role and it's trained. Вот, то есть рекомендация, которую надо дать любому типу, для того, чтобы в социуме достигнуть стабильности, не успеха, а именно стабильности, то есть закрепить результат. Вот, необходимо развивать свою ролевую третью позицию обязательно. Okay, it can be recommended for any type that to have a stable position in the society, they should develop their role function. Она называется ролевая, потому что тип ее выполняет, ну, как актер играет роль. It was given the name role because the person developing his third function is very much like an actor rehearsing his part. Или как спортсмен, который какие-то мышцы развивает специально для чего-то, для какого-то вида спорта. И делать это надо постоянно. Or an athlete which is building his muscles for a specific task. Еще... And it has to be done continually because the role function will just forget whatever it learned if it was given a break. Как спортсмен, который перестанет тренироваться, у него мышцы сразу сдуваются. Так и по этой функции. Перестать тренировать, и она опять к минимуму скатывается, как она и есть изначально, на минимум. If an athlete didn't train for a while, didn't exercise, he will lose the muscle mass and he will not be able to do what he was able to do before. Same with the role function. То есть это функция такая, которая напоминает, работа по этой функции напоминает дрессировку собаки. Причем собака это вы по этой функции. Yeah, that's why the picture with the dog and the owner, but you are the dog in this case. Gotcha. Это значит собака, да? А кто же вот тренер, кто дрессировщик собаки? Получается, это восьмая позиция. Это тренирующая позиция или контрольная позиция. So, who is the dog trainer in this case? It looks like you, Maria. Yeah. The dog looks... that role goes to the eighth function, the control function. Mm.
Эта функция изображена у нас в виде глаза. Это означает, что она постоянно как радар сканирует окружающее пространство. The function number A has a picture of an eye against it because it's always scanning the surrounding. Вот смотрите, на примере посредника мы на нем берем. Зачем постоянно, за какими процессами, за какими событиями наблюдает посредник на своей территории, чтобы не было проявлений грубой силы за силовой сенсорикой. For instance, SEI is monitoring the environment at closer distance to make sure there is no violence of any sort. No pressure. А что нужно тренировать посреднику? Третья функция, ролевая. Нужно тренировать свое чувство времени, осторожность, предусмотрительность и расчет действий по времени. What the SEI has to develop is his third function, which is the intuition of time, being able to foresee the events and have a better sense of time. Could Vit describe more about this block inflation, about how things can go wrong in terms of mental health? I believe we didn't get to the inflation block yet. Oh, okay. Sorry. Вопрос, Бен задает вопросы по блокам. По блоку инфляции, да. Смотрите, Мария, я считаю, что будет перегрузка, то есть и вам будет трудно, и они ничего не поймут. То есть давайте вот ограничимся тем, что мы запланировали, а если захотят по блокам рассмотреть, это нужно дополнительно делать, потому что сейчас все в кучу пойдет. Давайте лучше по позициям. Четвертую возьмем позицию. Это позиция, которую запускают, запускаемая или пусковая позиция. So number four is the launch function or trigger function. На примере посредника. Вот как запустить посредника на какое-то новое дело в социуме, имеется в виду. Не дома, а в социуме, на какое-то вот важное новое дело. Через структурную логику. Это означает, ему надо все четко объяснить, дать схему и сказать, это первое, это второе, это третье. To start to launch the SEI's activity regarding something, you need to give him clear explanation and set of rules that will make him feel comfortable enough to start any activity. То есть он. I can also add that they are often triggered by the question of justice. Посредник хорошо действует и выполняет рутинные операции по этой сенсорике тогда, когда чувствует, что он находится в твердой какой-то системе или подчинен дисциплине и тому подобное. It's easy for SEI to act when they feel the system, the rules, and generally feel safe regarding the logic, structural logic. Do they need that so they can start a new round in the cycle, so they can go back to the management position? Does the Lorshin then go back in the cycle, so it starts a new cycle of information processing? Start a new cycle of what? Information processing, because it's like this. It's like with the tote model that. Маша, по-моему, я понял, что хочет узнать Бен, то есть как запускает она первую функцию, как начинается новый цикл активности, наверное, это. Вот, ну, давайте еще раз я повторю. То есть первая функция – это вот сенсорика комфорта, да?
то есть создание каких-то, вернее, действия какие, по сенсорике, какие-то рутинные повседневные операции по созданию, по благосостоянию, вот, по заботе, по комфорту, у него тогда хорошо будут идти, запустятся устойчиво, если будут какие-то четкие правила игры. Yes, so it's a typical Everybody. Yeah, Maria, the first part of your answer was the sound went out. Yeah, the sound went out on your answer. So if you start your answer again, because I remember it with this diagram here, it shows how the information goes back to the beginning again, and I wondered if the launcher, so for instance, is it like if you give them clear instructions, they're then able to like start a routine with the SI, is that it? Because that's what we would observe in behavior, is you would teach like an SI DOM how to do something, and then they would start in that routine. То есть посредник сделает любую сенсорику, если ему четко объяснить, как это делать, или дать инструкцию, или задать правила. Well, there. Well, that's pretty much the same. So basically, they need clear explanations to start a new round of activity on their management function. Right, interesting. So, Еще вопрос есть. Right. Any other questions? So if we go back to our type, is with the LII, which is really weak, which has launcher SI, what does the LII need in order to start a new round of activity? Понимаете, да, что нужно ли для того, чтобы начать новый цикл активности? Чтобы у него хорошо сработала голова, в смысле, систему какую-то он разработал. Ему просто надо создать условия быта, комфорта, сенсорику комфорта создать, и все, и больше ничего не надо. So LII could start thinking, he must be given comfortable environment. I thought that you need to give him some nice food and a cup of cocoa and he can start thinking again, because it's not going to be stressed. Interesting. So for ESE, do they need new ideas in order to get stimulated again and start again? Because they might get stuck in a rut. Is that the theory with the ESE? Для ESE что нужно, чтобы начать новый цикл активности? Новые идеи? Ну конечно, ему должно быть интересно, любопытно. Да, okay. Yeah, they have to be interested. They have to be curious, and otherwise they will not be enthusiastic. Right. So I think that's a new thing for people, because the idea of the activity loop. So if we could give examples for like different types of how like things get boosted and you get a new ring of activity. Because it would be a new concept for the audience. I would say that regarding the examples of SEI, or rather ISFJ, are given by Kersey, they are definitely, their activity has been triggered by injustice, which is an aspect of TI. Right. Do you see what I mean? Yeah, because they're sort of like their values, yeah.
Вот, я говорила о примерах типа Сей, которые известны своей социальной деятельностью, что их деятельность была началась с того, что они увидели несправедливость. Это тоже эффект упомянул. Да. Хорошо, давайте возьмем пятую позицию, дуальную четвертой. Демонстративную. Okay, demonstrative function number five. Yep. Значит, это функция, которая запускает, но не словом, а демонстрируя что-либо, то есть своим примером, своим поведением, она рассчитана на то, чтобы запустить активность вокруг находящихся. That function is dual to the trigger function because it actually is the one that triggers the other. Получается, что это, если по дуальным отношениям рассмотреть, это средство, как завязать дуализацию, как инициировать дуализацию. Потому что без этого проявления демонстративной функции дуалы как-то мало друг на друга обращают внимание. There we go. in Kersey, okay. Anyway, it's the demonstrative function is used to attract the interest of the dual type, and also one of the ways it works. I can give you the example with my type. So sometimes it's hard to get interested in something or by his. By the SLE main function as important, it's the best way is to do that. Once you see you light up talking about something, they might start considering it important. Maria, could you say that again? Because your sound went a bit. Your sound went out. I'm sorry. I repeating what I just said. I was giving an example of interacting of like my type I and the function works to attract the like to launch the activity of the dual is they may not necessarily by the leading function but if you talk about it enthusiastically like about some place they can go and suddenly start being interested. Once they seem interested, so it's suddenly important for them. Have the intertype relations slightly changed in Model G from Model A? Come again? Have they changed? Is it still the same intertype relations in Model G compared to Model A? Вопрос такой. Одни и те же отношения модели А и модели Г одни и те же? Да, я понял вопрос. В принципе, одни и те же, но много нюансов возникает таких, которые раньше не было. The relationships are basically the same. But we are working on developing many aspects of the relationships which are not covered by Model A. And of course, as Witz has mentioned in DCNH, that his subtype theory has a big effect on the intertype relations.
Okay, we go back to... Is Maria gone? I'm not sure. Right. Так, у нас еще одна позиция на примере посредника, да? Yeah, could you just for us talk about how the this unit of self-affirmation, does that mean like people are really proud of these things, these two functions, and they see it as part of their self-image? По демонстративной функции тип показывает самому себе и окружающим, какой он крутой. Oh, да. My understanding of it, Ben, is that the demonstrative is it is a kind of hidden agenda. It is what people are most proud of, as I understand it. Yeah, I mean, have you noticed, Stephen, that when you see people doing these YouTube videos, that they're always talking about like their inferior function and their auxiliary function? Yeah. And they show the demonstrative. Когда люди собственные видео, они обычно говорят. Так, ну, Маша, идем к последней части нашей встречи. Слышно меня? Слышно? Да. Система обозначений, которая принята в разных школах, в моей школе, в других соционических школах и в MBTI. So now we will... mention the symbol. What? Mama. Maria, it might be best if you reload your page, the Hangout page, because sometimes in the past that worked for me. Yeah. Reconnect. Is it me or is it Victor? Stephen. Yeah. Right. Stephen and I have just checked with each other. It's your cutting out. I used to have this problem. It's if you reload the page, it sort of quite freshens things up again. I remember this in Hangouts. I would forever be saying, sorry folks, I'll just refresh my page. what sometimes happens is it goes out of sync as well. So it's very strange, and it seems like people are interrupting each other, but really it's they are operating in completely different time zones. So it's like a half a second out. Yeah. By the way, Stephen, I'm the part, but I couldn't. I was having difficulty translating the term. I just don't really understand the concept. Oh, I said about it earlier. I was talking about a hidden agenda earlier. That's what I call that is what I know as the suggestive function. Oh, because usually they call the mobilizing function that. You do. Oh, but my understanding of it
is that it is a hidden, that the suggestive function is a hidden agenda. Okay. As I understand it. That's, right, that's fair enough. That's fair enough. That is fair enough. It would be examples. Yeah, yeah. Yeah, if you give us an example of that, Stephen, that'd be good. An example. Having extroverted sensation as the suggestive function, I understand that as really enjoying the idea of winning at games, conquering, exploration, these bursts of intense exploration, and becoming completely absorbed in competitive activity when once engaged, but if not engaged, really not wanting any competition. So it's quite odd. It's a switch. But this is as I understand it. If the person finds themselves in an unusual area, they will wish to explore as much as possible, just for the sake of the exploration. When it comes to any kind of competition, that to the external viewer would seem to be quite sort of mundane. It's just a game. But to the person with a suggestive extroverted sensation, it's completely overpowering. I would use it as an example, the opening pages of Ian Fleming's first novel, a very, very good description of gambling, a card game, and how it's, the description, I can't give it word for word, but it's very good. I'll give an example in a video sometime. Is that satisfies your question? Do you want more examples? Yeah, that's good. In terms of my father's suggestive function, he's always gambling. He's at ESTP. Yeah. Well, let us know when you're back on course, Maria. It's like this. It's like the it's not the ends satisfy the means. It's like the means. The means satisfy the means. So as long as there is this competition, it's very serious. It's like the games, the video games that Balzac have been known to take part in online. For them, it's a sport. It's very serious. It's not. It's not a relaxed activity. It's very, very engrossing. Do you think Balzac sees social interaction like that as well? Depends on the social interaction, really. But really, the thing is, what it is that they experience themselves as being very minute, and the world as being very big. Thus, whatever it is exerting, they are ever aware of how small they are. So having some control, or rather, if they are participating in social interactions in a way that they are more conscious of them, and there is more of a game to play, they'll feel more control in a way. They'll feel temporarily not as minute. But on the whole, it isn't very natural. And actually, the lack of the social interactions not being natural has a positive side, because they aren't prone to ask these obvious questions like, do you have any brothers or sisters? You know, what do you work with? They will ask things like that. If not just out of a reflex, if they really have to, if they really want to know
what do you work with? Eventually they will ask. If they don't, they won't. They won't just to be polite. Because it seems kind of rude in a way. It feels very unnatural. That's introverted intuition. That is not the other elements. That is something quite common. That they almost feel like they know the answer as well, which is quite silly. How does that compare with the NIF? The NI types. There is a commonality of not getting involved in this small talk in the same way. That is something that they both have in common. But they are more likely. The NIF is more likely to use some of the small talk just to be pleasant. But it isn't. It's obviously not natural, and they also will have this feeling of, by asking questions, they are asking obvious things, you see, that really they don't want to know about, so they have no business in asking about. So it will make initiating social contacts pretty tricky at times. Unless there's a common interest, yeah, then they're sort of forced to ask things. You know. Boring, actually. It will make the social interactions seem rather boring, actually, in a way. I think that's a good answer. Yeah, very tense. Yeah. I got some of this from MBTI people as well. There are some of them are very good. So, Maria, if you speak, we'll see what your sound is like at the moment. Yes, nice. Маша, вы на связи пока что? Я вас не слышу. I can ask you, Stephen, about the idea of the control function of NE in the. I think we were talking about this last night. That the INTJ might have a ton of ideas, but they don't necessarily choose one and go with it. Oh, there are many. Oh, yeah. Okay. Yeah. But isn't that? Didn't that go into Renin as well? Because they have lots of smaller goals, and they make the end goal satisfies the activity. It seems to me. Right. They will have several projects that are all very important, but it's following one is tricky. Could it be very that tricky. Victor defined the risk involved with intuition of opportunities, and then Balzac has like intuition of doubt, and so you've got the intuition of doubt suppressing the ability of the Balzac to like take a chance on one of these possibilities. I think it's very hard to answer. It does depend on what it is. I mean, a business project involving lots of money. There is so much doubt that they can not see the forest for the trees. They think it's actually they will doubt. As a safety precaution. But the funny thing is, this is something I don't really understand. Is they will be more? They seem to be very inclined to go out to help other people's projects, almost because there is. It doesn't. The responsibility is spread, if you see what I mean. It's something that they it's a combined force.
But the responsibility isn't all on them, you see. I think, Maria, I think that's you pressing. Is your sound okay now? You can try speaking. Can you hear us? Can you? I'm typing. Maria, вы слышите меня? Да-да. Давайте вы уже меня... заканчивать, потому Слышите? Что уже много времени. Да. Я хочу вот последнее, что еще сказать, переведите, пожалуйста, что вот система обозначений, которую я использую в нашей школе, в гуманитарной соционике, она проще и удобнее, чем любая другая система, которую я встречал. That it's time to wrap it up, and he just wanted to mention that his order aspects is the simplest one he knows. Да? Да-да. Ну вот, практически это и все, потому что мы прошли все позиции на примере посредника, посмотрели. Вот вопросы, если какие-то есть, давайте еще тогда их зададим, so, я отвечу. Yeah, he said that's about it, and he's ready. Oh, well, that was great. Спасибо, Victor. I think that's the right word. And there's what we got now. We've got two. Do you think that's isn't it odd? It's the technology. It chooses these special times to go wrong. It might have been that thing with the headphones. You know, with the the echo cancellation, where after a while. I've got three. I'm actually using two different pairs of headphones. I'm using one as the mic, and I've got three of one of these. And I've got using those as the mic, because the headphones pick up sound. Yeah. So, anyway, are there any questions to Victor? Got some. I don't know if you've got some, Stephen. Yes. One. I wanted to ask about the relations of supervision and whether some of them are worse than others, depending on various types. Because I've as an example, I know that even duality. Can be bad in some ways for some types, because one of them will be very controlling. One person will be controlling over the other. So I'm very curious, because especially my experiences of supervision have been very bad compared to let's say conflict, extremely bad. But in the beginning, they're very good, and I don't understand why it goes wrong. Стивен хотел спросить, зная, что даже дуальность бывает разная, не всегда она удовлетворительно складывается, он хотел узнать, почему его ревизия, отношение ревизии для него выглядит хуже, чем конфликт. Хотя начинаются они хорошо. Ну, почему это так? Ну, оба этих отношения считаются плохими. Вот почему это так? Потому что ревизор действует на тормозную функцию подревизного. Вот. И на далекой дистанции это еще терпимо. Но если они сближаются, то срабатывает защитный механизм, называется обратная ревизия. И подревизный начинает бунтовать против ревизора, ну как бы чувствуя какую-то несправедливость. Both relations are very tough and
basically the supervisor affects the break function of the supervisee, and while at social distance it may be okay, but at closer range it's very hard and turns on the mechanism of the reverse supervision. Здесь протест против ревизии очень сильный получается. Протест против ревизии добавляет напряжение в эти отношения. Yeah, my question is going to be about okay, when she's back. Maria, could you ask Victor? Okay. Because he's got Dario's book, and you've got it as well. What is his prediction for the amount of mental activity in the creative function in his model, or is that function mainly about implementation rather than processing information? Виктор, вы слышите, да? Вопрос о творческой функции, которая как бы мало размышляет, а много делает. И он хотел как бы немножко в контексте книги Дарио о ней поговорить. Каким образом это выглядит изнутри? Но изнутри человеку кажется, что у него, наверное, вот эта функция, которая у нас демонстративная, вот она более предпочтительная, она лучше, она доставляет ему больше как бы самоуважения, что ли. Вот. И он пытается ее проявлять по отношению к внешнему миру. Но, как правило, это проявление со стороны внешнего мира не принимается. Вы говорите про творческую функцию? Про творческую функцию в модели А. Она у нас декоративная, да? Нет, он говорит про вот нашу творческую функцию. А, про нашу творческую функцию? Да. Ну, она включается после первой. То есть она реализует ту задумку, тот план, ту идею, которая поставила первая функция. Вот смотрите, если взять аналитика, да, вот есть логика структурная, и есть вторая функция интуиция перемен. Вот получается, что аналитик берет свой какой-то логический план, структуру, и начинает рассматривать ее в динамике, во времени, как она меняется. Okay, if we consider LII type, the way its second function works, the way its creative function works is the LII takes a concept and starts considering its temporal aspects, like how it will develop the time. Именно поэтому логика аналитика, она со временем постоянно меняется, совершенствуется, перестраивается, что не происходит у инспектора, например, с логикой. Это тоже структурная логика. That is the reason the logic of LII always evolves with time, unlike the LSI logic. Мне кажется, что вопрос все-таки был скорее немножко, скорее о том, о чем я говорила, вспоминая ваше давнее сравнение, когда вы говорили про нервные функции. Откуда берется возможность действовать, не думая? Действовать, не думая? Потому что эта функция запускается от первой. Первая дает импульс, ставит задачу, а вторая ее выполняет. Victor is saying that the function gets its information sort of ready-made from the first function. Right.
good. Еще раз, аналитик берет какую-то логическую систему и разворачивает ее во времени. Но он не думает, как он это делает. Просто берет и разворачивает. Оно у него получается. So when the LI does the like temporal puts his logic in temporal perspective, he doesn't really think of how he does it. It just happens naturally. Yes, like I never understood NI because I just thought, well, isn't that just TI? It's cause and effect. I didn't understand the purpose of NI because I thought, well, doesn't TI just do that? And that's probably, as you said, it was like so combined together. Oh, she might be able to come in. I've just seen. What are you saying? I was just saying that as you're saying there that it's not really conscious of it. It's like whenever I would hear a definition of NI as intuition of time, I would just think, but that's just cause and effect. That's just logic. So it's like I couldn't separate the two. Да, Бен тоже говорит, что он не может вполне отделить, когда говорят об интуиции времени, ему кажется, что это просто логика, он не может разделить. Интуиция времени работает под управлением логики у аналитика. То есть сначала есть некая система, а потом она начинает изменяться во времени. For LIA, the intuition of time is governed by logic, so it's perceived as part of it. Yeah. Mm. Well, what are the EEG? Because you've got the book, Marie. It was interesting to show. I think it was for the ILE that that. Actually, I won't go into that. I'll say for the Energo Max, as I call them. So the column in blue is those. It's almost as if that does match the EEG research, where those that have maximum energy have activity a lot in the brain. But Dario looked at an IEI. You've seen in middle age, and he looked at the EEG data of this individual, and he thought, that looks like Zhukov, Essily. Mm-hmm. And he analysed further, and he saw that those functions that are in Ergo Max had become so efficient and so good at what they do that they required little mental effort to do a lot of work, and so we could say that psychic energy was freed up to work on their less powerful functions. And so when Dario looked at the brain of one, it looked like their jewel instead, because and the reason why they become so efficient, Yasinin had become so efficient is that the part of the brain to do with extroverted feeling had the neural networks had changed, it become like so hardwired and efficient that it didn't look like it. And Dario gives the example of when you write your signature with your dominant hand, it doesn't take much mental effort, but if you try to do it with your other hand, it does. Or maybe Stephen, like when you I could attach a joke to that. Okay. How about Stephen? Do you think that if someone had done, if Dario had done an EEG of you when you were first learning Swedish, that your brain would be like showing a lot of activity, and now it's easier than it was when you were first learning? With the languages,
This is tricky. It's very tricky. Memorizing things, it becoming synthetic. It's something that's. I mean, as an example, if I would be having conversations in this language every day, and you would use an EEG on me, whenever. But conversely, if I would stop using it, or say somebody who plays a musical instrument and they stop for a week, their mastery of the instrument will be considerably different than if they would practice every day. So it's constant to evolution and devolution. It's more of like a muscle. If it isn't used, it withers away. So some things don't, you see. I doubt that. I would remember the words, but I wouldn't be able to. Without practicing, I wouldn't be able to have I wouldn't be able to converse as well if I didn't practice it all the time. You have to practice all the time, otherwise it withers. It's like even talking my mother tongue. If somebody wasn't used to lived in a cave or something, they wouldn't be as linguistic as if they were than if they were say a social worker. Right as you were saying that, it made me think of something with. Because Vince was talking about with the age, with the mission block, is, and then why the role function comes later on. It's when someone is used to their job, their role in society, it becomes easier, and maybe it frees up the brain to work on the role function. Yes, there's experience as well, but it can sort of like free up the mental energy. It's not very good. Yeah, I mean, I would say introverted sensation things. Okay. This is nothing. It's vaguely related to it. It's, did I mention that test yesterday about the detective test where you can find people find out stuff about themselves if they observe their houses. Oh. Well, I can see a lot of introverted sensation things in my house. obviously, like cookery things, a lot of things to do with cookery, colours. I think Maria wishes to tell the audience something. Please do so. I'm happy not to speak. Do you? Yeah, so it's. I think because you put in the side, Maria. Do you think we should wind up the hangout now? Oh. Yeah, your mic's off at the moment, Maria. Oh, back. Yeah, I'm sorry if I if I missed anything anybody said, but. Can you tell me now if there is anything I should translate before we... Could you? I mentioned it before. Could you tell Victor that thing about the Yesenin looking like Zhukov in the brain activity once they're in middle age? Come again? You know what I said about it looks like their dominant and auxiliary functions. Like they become so good at it that it sort of like frees up mental energy to work on their lower functions. And so when Dario measured the activity of a Yesenin, it looked like a Zhukov, and he wondered if he'd mistyped the person. Can you name the types again which are involved? It was II and SLE. Uh huh. Okay. Let me rephrase it. According to Dario,
first two functions get so good over the lifetime that they leave you working on the lower functions. So if we say the Energo Max functions for Victor, the ones with maximum energy. If we say the Energo Max functions, the ones with maximum energy. Mm-hmm. So Victor's management function and his demonstrative function. So positions 1 and 5 become so good that it sort of might free up mental energy to become better at the other functions. It was just something that Dario noticed, that people's brains, they look more like their jewel once they're into middle age. And it worked for, he said it worked for ESFJ and INTP. They looked like each other once they become older. Дэн говорит, что Дарио заметил, что с возрастом, ближе к среднему возрасту, люди начинают выглядеть как свои дуалы, потому что функции, там, первые и пятые функции становятся такими настолько тренированными, что оставляют возможность работать над остальными. Я могу сказать, что ну, по поведению людей я такого не замечал. He said that not really his observations don't really come from that. Единственное исключение это если дуалы, дуализированные пары, они тесно общаются друг с другом, то можно тогда их перепутать. The only exception is the dual pair of people who have been in close contact with one another. Right. Because they kind of filling the lower functions of each other with their information. Mm. And, it's you could say it was just the similarity in EEG activity. And when Dario looked closer, he saw that the brain had changed, and it had become more efficient in those. In those two functions that have the most energy, you know, it's the classical auxiliary function. I mentioned that to Victor that the block has, according to Dario, has the most energy. Not the energy, but most mental activity. Yeah. Mm. Because I think we do you want to ask Maria Victor? Do you want to ask? Oh gosh, do you want to ask Victor Maria if we are towards the end or have any more questions? I think I mentioned that. About the control position, is how much mental effort is in the control position? It was mentioned, I believe, that it's very active mentally. Right. Excellent. Because then we can get Dario's view on all this. And, I think I've mentioned everything. I might have cut you off earlier before, Stephen. Have you got anything to add? No, not really. I'm wondering, when you're saying control, do you mean the halt function or control? No, in your case, like any, might be thinking about lots of things to do. Oh, yeah. And or in the case of LII, with loads of ideas, but the problem is the implementation of the ideas. Right, so I think that might be it. So, I want to say. Do you think I should end it, Maria? Right. Okay. Right then. I have to go out now as well. I will end the Hangout. Yes. And here we go. What is it? Da svidaniya. Da svidaniya. Ha, 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 ha.